Ну, я могу сказать, что Медведев – это позор нашей страны. Это позор политической, так называемой политической элиты, которая вот сумела единственно выдвинуть этого человека, который, ну вы знаете, ну действительно, ну ведь неспроста называют его лунтиком и все прочие обидные вещи. Я просто поражаюсь. Ну, он вроде человек немножко продвинутый в части, в том числе, компьютерных технологий, в интернете наверняка смотрит. Неужели вот ему просто не обидно вот все это читать, то, что про него пишет и говорит, причем это не наветы какие-то, не клевета, а это реально его объективно оценивает и показывает, что он, извините, он ноль. Ну, если бы он, ну, хоть немножко, у него было бы самолюбие, хлопал бы дверью и сказал, ну, ребята, ну, я ушел, делайте лучше. А так, ну, он будет продолжать исполнять роль мальчика для битья, потому что ему так написано в сценарии, что он будет мальчиком для битья. И на нем будут пытаться выпускать пар из котла.